Хочешь найти игру, не требующую много времени? Зашел туда, раскатал пару ребят и дальше по своим делам. Тогда тебе подойдет недавно обновленная стратегия Traven Kingdom. Не сильно отвлекаясь от работы или учебы, ты сможешь создать великую империю. Игра тебя порадует, она доступна без скачивания. Ссылка в описании. Регистрация займет не больше 10 секунд. Присоединяйся. Пока Франклин притворяется трупом, друзья, у нас сегодня очень неплохой такой мод. Это необычное такое транспортное средство, называется оно у нас... Да вставай ты уже, я хочу представить, вставай! Хватит притворяться трупом, твою мать! Сейчас, друзья, подождите, Франклин должен понять, что ему сегодня придется обозреть, я пока показывать не буду. Да вставай же ты, ебическая сила! Какого хрена ты развлекся? Я понимаю, что ты пытаешься качать права, типа я тут живу, в Лос-Антосе, все дела. И скажи, пожалуйста, как ты теперь из этой жопы встанешь? А, вставай, пожалуйста! Вставай, Франклин, какого черта? Ну, я не знаю, как это назвать, то есть он лег и вставать не собирался. Слава богу. Друзья мои, вот наша новая машинка. Она умеет как ездить, так и плавать. Называется это Bot Mobile. Вот такая вот лодка-машина у нас сегодня. Значит, лодка? Или он водка сказал? Мне показалось, конечно. Кафарос, видите, написано. Это, получается, сам разработчик написал, я так думаю. Вот такая вот чудо-машинка у нас. Плюс я скачал классный плагин, который называется Ultimate Ragdoll Mod. То есть я могу в любой момент, допустим, делать вот так, оп, и притвориться шлангом, типа, хопочки, все, тут лежит человек, ничего делать нельзя. Или вон идет жирная сисястая красавица, я могу к ней подбежать такой, типа, what the fuck are you doing, bitch? Что я тебе сделал-то, какого хера? О, типа мы упали, я притворяюсь, как будто я не хочу с ней встречаться, она убегает, и все довольны. Идеальный пикап-мастер. Holy shit! Ты бежишь, видишь курящую, хоп, завалил ее. Мастер пикапа твоего, ну куда ж ты, детка, ну стой. Жизнь боль. Лежишь ты на асфальте, вроде и не бомж, как бы, да, у тебя куча денег, ты можешь летать, как Супермен, бегать, как Флэш. Ты лежишь на асфальте, печаль, беда. Хорошо, друзья, немножко ликбеза, я предлагаю бежать все-таки. Вот к этому черному парню и пробовать на... О, вот как надо было серию начинать, типа, ты в пятницу или в субботу вечером, или в понедельник утром, выбирайте как хотите. Франклин, твою мать, а? Франклин, я понимаю, что заборы хорошие. Вы знаете, Рэгдолл в этой игре, он просто изумителен. Вот чувачок прошел у нас, да? И вроде как проблем никаких нет, это тоже один из модов наших. Так, залезаем. Попробуем сегодня эту красавицу, как она ведет себя вообще на воде, как она ведет себя, собственно, и на суше. Сейчас поедем на пляж и, собственно, что-то... Подожди, как-то ты сел неправильно. Во! Смотри, а? Сейчас, как у нас от первого лица там? О, подожди, вот. О, вот это мне нравится. Нравится мне, когда ты ездишь как просто дятел. Ну, я не могу себя назвать... Как-то обижать я себя не могу на дороге. Мы нормально себе водим, как, в принципе, принято в Лос-Антосе. Подумаешь, машина, которая может и плавать. Это такая амфибия Ихтиандр, мать его. Сейчас мы проверим. Это очень даже интересное, на самом деле, изобретение мододелов. Так, пляжик у нас вот здесь. Поэтому ставим меточку и направляемся. Так. Holy crap, holy shit, мазафака. Подожди, а мы же без спутников-то жизни наши. Как это непорядок? Рандомный педестриан, давай-ка. А ну, чувачело, залезай. Такой вальяжный, типа, опа, чики-чики. Прокачаешь мою тачку, нет? Так, Ника сел. Подожди, а можно несколько Ник сюда наколдовать, да? Они все сядут же. Допустим, два еще. Давайте проверим, сможет ли этот тупакообразный 50 Cent сесть в нашу машину. Лодкомобиль, видимо, не предназначен для него, да? Прекрасно. Не предназначен. Так, что у нас сзади? Классно, блядь, как в пассажирском какой-то, знаете, там, туристическом лайнере он сел и смотрит. Хорошо, дружище, поехали, я тебе покажу. И можно ли прокачать... О, лодкомобиль дает просраться. Кстати, если бы у нас активирован был мод Цунами, я думаю, что эта машина была бы самой востребовательной. Посмотрите, какой движок сзади, а? Видно, что автор постарался, да? По сути, ничего сложного. То есть ты берешь обычную лодку скоростную и фигачишь сюда либо... Либератор, либо второй, у нас еще есть такой один, я не помню, как он называется, но тоже такая вот тяжелая машинка. Мод предназначен, кстати, как раз для двух вот таких вот тачек. Ух, как он классно гоняет у нас, а? У-ху, твою ж налево, а? Ебический Центурион, а ну аккуратно. Я люблю Либератор очень, мы... А, Маршал, вот, я вспомнил, Маршал называется у нас машинка вторая. Так, поехали.
не так-то далеко гнать, в принципе. Ого, какие у нас амортизаторы. В амортизаторе подвеска здесь реально классная. Ничего не скажешь. Хопочки, проедемся с ветерком. С ветерком, просто с ветерком. Я тебя катаю. Надо будет проверить, можно ли на этой тачке, чудо-юдо, заплыть, так сказать, в Лос-Сантос. Почему бы и нет, да, по сути-то? Эй, what the fuck? Какого... Твою мать! Это серьезная запара уже. А чувак-то не вываливается, возможно, там хорошо пристегнут, хрен его знает. Так, чувырло, поехали. Сейчас мы с тобой посмотрим. Ускоряшка, я совсем забыл про свой любимый элемент угара. У-ху, полетели! Жалко, она летать не может. Если бы она еще и летала, то есть эта машина была бы супер универсальная. Хочешь на работу — лети, хочешь — едь, а если уж совсем приспичил, так плыви, какого хрена, плыви к своей мечте. Лети, как говорится. А мы с вами направляемся на пляж, я напоминаю. О! И хера, вы видели, как его отхерачило там? Нормально, нормально живем. Да, точило, конечно, просто свэк. Мастер парковки! Мастер, сука, парковки. Как? Каким боком тебя так спидораздило, Олежек? А, нет, 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 нет! У-у-у! Твою мать! Ой, ай! Что самое интересное, он обнял фонарный столб и сказал «Ай!» И все. Черный парень, который не жалуется на свои проблемы. Вот таким вот надо быть. Поехали. Все, помер. Бренное тельце-то мы убрали, хорошо. Так, рандомный педестриан. Мне не нравится этот рандомный педестриан. Почему бы девочку какую-нибудь не наколдовать? Не хочу стриптизершу, давайте рандомно. Во, девчонка. Садись, красопепа. Ой, пардонище. Холи щет. Смотрите, они прям, о, прям в кузов. Давай, 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 ну же. Твою мать, а я уж так обрадовался. О, девчонка. Девчоночка темной ночи, давай. И быстрее своими тонкими анорексичными ножками перебирай, я тебя прошу. Слушайте, они могут несколько залезть? Нет, не могут. Увы, я при всем моем желании, то есть. Привет, красавица. Мазафака? Блять, я смотрю на девочку и слышу где-то сбоку мазафака? Какого хера? Так, можете писать в комментах, на кого она похожа. Она какая-то немножко упоротая слегонца. Ну, а мы едем с вами дальше. Холи щет! Щет, щет, щет. Сейчас, короче говоря, мы сделаем проще. Взлетай! Вот, друзья мои, то есть... Оу, щит! О, это агрессивная бабёна, я знаю. Смотри. Что происходит? Что происходит? Спокойно. Спокойненько. А, это был прыжок, ёпты. Хорошо, хорошо. Допустим, я сейчас... Хоп! Чувачок! Чувачерла как улетела. Давайте послушаем еще ее ругательство. Это очень эпично. Чувак так помер, типа, я даже не знаю, как подшутить над эту тему. Так, давай кого-нибудь таранимся, послушаем. Будет она агрессировать или... Поизди, да, она агрится, как бы. Девчоночка. Холи щет! Она довольно забавно это делает, посему давайте на пляжик. Так, мы доплыли до воды, давайте смотреть. Я могу даже вот так вот сделать. Охренительно круто будет. Оху! Опачки! И поплыли, как говорится, сквозь стерни к звездам-то или к акулам, блядь, я... Ха-ха-ха, заебца, ёпт! Куда? Куда ты поплыла, детка моя? Деточка, ты куда? Ты куда? Куда? Куда ты? Не надо плыть! Надо сказать. Что я могу сказать, друзья? Машина под водой не плавает. Машинка не плавает, как и наша девчонка тоже. Жалко, она очень красиво ругалась. И что же я могу сказать? Как бы нам выплыть? А никак, машинка сломана. Машина может плавать только на воде. Она не может ездить под водой. Это либератор. Как ни крути. А мы с вами должны выбраться. Давай, выплывай. Во, сейчас выберемся на берег, и все-таки я попробую нормально уже прокатиться. А моя ошибка была в том, что нельзя так разгоняться. То есть машина уходит под воду, и там уже контроль теряется, по сути. Так, давайте я, знаете, как сделаю? Я вот так вот, оп, сюда поставлю. И сделаю, чтобы не плыть, ТП-шку, телепорт. На указанную маркером позицию. Готово. Так, данная машина крафтится у нас, получается, из 31-й страницы монстр. Готово. Вот наш красопепа. Давайте же проверим его еще раз в деле, как он нормально въезжает в воду и катается. Для этого дела мне понадобится девчонка. Девчонка, я сказал. Пошел нахрен. Девочку давай там. Какие-то панки, какие-то, блин, непонятные анонисты.
Какие-то нигеры. Holy shit. Not the fuck out. Это мысли. О, чувак, отлично, катайся, катайся со мной, чувачело. Эх, жизнь бо... No! Так, девчонка, по идее, сдохнуть не... Не-не-не-не-не, родной мой. Так, красавица моя, давай. Я понимаю, что сложно. Но, в принципе, возможно. Я задавил твоих конкурентов, садись. Прыгай. Прыгай, мой караван смерти, давай. Отлично. Ты кто? Господи, что за старую проститутку мы с вами взяли? Ладно. Поехали смотреть уже машину, как она там в действии-то ведет себя уже. В конце до конца. Так, тихо. It's terrible. Это не ужасно. Это хорошо. Смотри, я вот вошел. Ну и ты поняла, куда я вошел. Ты что, плавать не собираешься, мать твою? Подожди, лодка-мобиль, какого хрена? Подожди, а нужно плавать? Типа как? Типа плавать должна. Но я вроде пока еду. Я не плыву. Или плыву, или еду. Странно, очень-очень странно. Подожди, а если я выйду? Типа я... О, она как четко нырнула-то, да? Вообще, как бы по видео было заверено, что машина у нас плавает. Давай попробуем. Ну, если это фейловый у нас тест-драйв, ну что ж, так и будет. А я смотрю, что-то Франклин не спешит как бы залазить, да? Или спешит? Это что сейчас было? Что за, блядь, сраная воронка смерти сейчас была? Ты как бы в машину планируешь залезать, мудак? Вам не кажется, что там слишком много людей плавает? Так, хорошо, будем тестировать. Либо нас обманули, либо реально можно как-то плавать. Так, я сел, отлично. Но мне нужно на водительское место. Поплыли, мать твою. Мать, будешь садиться ко мне или нет? Садись давай, ёпта. Садись, я сказал, и нахрен задавлю. Мужики там дальше плавают, думают, какого хуя, блядь, либо пивка перепили, либо машина реально пытается плавать. Садиться, нет? Я просто хочу понять. Так, пошла-ка ты знаешь куда, куда подальше. Я попробую все-таки поплавать на этой штуке. Чё-то я не уверен, что она плавает. Она как бы выглядит как лодка, но далеко не лодочка. Так, попробуем еще раз. О, смотри, заебись, плывет. Или нет. Или да, или нет. Или мы на дно пошли, мать твою. Да, это, конечно, лютый фейл. Может, какая-то кнопка переключения, но вроде я что-то такого ничего не видел там. Так, ну давай. Всплывай еще раз. Это самый у нас первый, получается, фейловый тест-драйв. То есть, либо разработчик нас обманул, либо я что-то не так сделал. Машинка должна у нас плавать, в принципе, так. А давайте я ее сразу наколдую в воде. Вот так вот. Что-то поменяется от этого или нет? О, и лодка другая заодно. Так, смотри, он пытается сесть в нее. Но попытки его тщетны. Он вроде дельфином стал быть, нет? Садись давай в сраную ташечку. Садись в машину. Да не под машину, блять, а в машину сядь. Франклин, ты чё так тупишь-то, ёпта? Ох, ты ж горе луковое, ладно. Он что-то там под ходовой хочет посмотреть. Давай, садись в эту сраную лодку-машину. У Франклина какие-то заскоки. Может, он без кепки на солнышке долго гулял? Я не знаю, но его как-то реально штырит. Хорошо, сейчас еще одна попыточка. Посмотрим, что из этого получится. И получится ли вообще что-либо. Разработчик мода уверяет, что машина у нас плавать должна, но она не может у нас ездить под водой, как было сказано. Хорошо, давай я попробую еще раз аккуратненько. Спокойное погружение. Ведь, по сути, задумка-то хорошая. Просто я пытаюсь понять, каким образом, значит, игра должна понять, что это и лодка, и машина. Так. Давай, плыви, дед. Можно, конечно, так по берегу гонять. О, поплыли, поплыли, смотри. Плывем же, да? Нет? И, блядь, сразу по... Давай, детка, давай, плыви. Немножко, немножко осталось. Ебеческая сила. Ну, видимо, здесь мы с вами и закончим. Печаль, беда. Что это было? Что происходит вообще, я не понимаю. Какого черта? Какого хрена, спрашивается. Так, какие-то люди плавают вокруг меня. Видимо, какая-то незваная туса. Хорошо, друзья, выплываем. Вот такой вот у нас получился... Франклин? Деточка моя, ты что, совсем ёбудал? Что с тобой, Франклин? Все померли, и Франклин, видимо. Это, может, какой-то флешмоб, о котором я не знаю.
Но мы, по-моему, очень даже неплохо справляемся. Вот такой вот у нас получился азазамот, я бы даже его назвал. Как бы реализован он хреново, потому что у меня машина не плавает. Попробуйте вы установить его. Bot Mobile называется этот мод, и проверьте у себя, кому это интересно, будет ли у вас он работать. У меня, к сожалению, почему-то машинка не плавает, но на некоторых, как бы, все-таки роликах и некоторых скринах показано, что вроде как все должно быть нормально. Ну что же, друзья, если вам понравилась такая вот забавная серия, и поставьте лайк, и, конечно же, подпишитесь на канал, будем дальше обозревать уже хорошие нормальные моды, как мы, в принципе, всегда с вами и делали. А я пока пузиком вверх тут попробую повсплывать, может, спасатели приплывут, заберут, я не знаю. Всего хорошего вам, друзья, пока-пока.